Первый выход в лес. Полярная ночь еще в самом разгаре. Сегодня 3 января. Погода просто шикарная. Снег идет. Снег выпад такой. Ну, всю ночь шел. Снег. И сейчас, как бы днем его не было. И вот сейчас ближе к вечеру. Ну, опять. Скоро быстро потемнеет. Сейчас быстренько попьем. Домой. Там лыжня. Там люди идут. Так, а там у нас ручей. Вряд ли видно отсюда. А вон. Точно. Вон ручей там течет. Он никогда не замерзает. Даже его слышно. Палку сломал я. О, придется возвращаться. Дальше не пойдем сегодня. Смотрите, вот это. Смотрите, красивые такие сосны. Маленькая, большая. Ну, как бы маленькая, чуть поменьше. Маленькая, чуть поменьше. Маленькая, чуть поменьше. Детком выстрелились. Ребенок пьет чай. Из дома взят. И здесь мы не варили. Сейчас надо найти сушняка. И, может быть, небольшой костерчик забоярить. Но здесь я не знаю, будет ли тоже здесь. Народ постоянно тусит. Небольшой костер в лесу. Прощали. Сейчас поедем обратно. Красота. Смотри, как красиво. Дым уходит туда. Видишь? Так, маленький костер. А дыма очень много. Это больше пар, наверное.